Перед тим, як я прочитаю вірш, я хотів би прочитати Євангелія Матфея з 16 глави, з 13 вірша, і виборочно нижче буду читати. Прийдя же в страни Кесарії Філіпової, Ісус спрашує учеником своїх: «За кого люди почитають мене, сина чоловічого?» Сьогодні я прийшов з зібрання, так голова боліла, я думаю, напевно, не піду на собрання, але став молитися: «Боже, якщо треба, щоб ще я прочитав вірш, то із сили, ні, то в такому состоянні не можу просто йти». І сидів, став читати це місце. І коли став розсуждати, за кого люди почитають мене, сина чоловічого? Щось задав таке питання: за кого мене почитають люди, коли ми виходимо сюди чи за кафедру? Якось за одного брата так почули, вийшов, він проповідав, ми так слухаємо уважно, а одна сестра каже: «Лицемір». Думаю, що таке? А вона, оказується, по роботі знає другі діла. І Христос учням задав таке питання: за кого почитають люди мене, за кого считають? Вони ж сказали: за Іоанна Хрестителя, другі за Ілью, іні за Єремію, іні или за одного із пророків. Він говорить їм: «А ви за кого почитаєте мене?» Симон Петр відповідає, сказав: «Ти Христос, Син Бога Живого». Тогда Ісус сказав йому в ответ: «Блажен ти, Симон, син Іонін, потому що не плоть і кров відкрили тебе это, но Отец мой сущий на небесах». І ми бачимо, що зразу Христос похвалив його, що Петро, ти правильно дав відповідь, все. Але пропускаємо пару віршиків з 20-го читаю. «Тогда Ісус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Ісус Христос». Ще три віршика пропускаю і знов читаємо. «Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от меня, сатана, ты не соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но человеческое». Той самий Петро, ми бачимо дві відповіді, получив від Христа. Перша відповідь: похвалив Христос, що ти, каже, правильно сказав. А друга відповідь: людина вже свою думку сказала. Те, що він подумав, думає, може я тобі покажу чи підкажу, буде так краще. І каже: відійди від мене, каже сатана. Христос зразу, якийсь короткий період, зразу Петро говорить зовсім друге. Те, що Боже ми говоримо, Бог дає відповідь правильно на наші думки, правильні. Коли ми десь якийсь думок назбирали своїх, чи хтось підказав, Христос знав, що це не думка Петра, це думка сатани. Ще одне місце читаю: «Но Нафанаїл сказав йому: із Назарета може ли бути щось добре? Філіп говорить йому: пойди і посмотри. Ісус, увидів ідущого к нему Нафанаїла, говорить о ньому: вот подлинно ізраїльтянин, в котором нет лукавства». Чомусь Христос не любив лукавих людей. І коли побачив, що той сказав за нього, якби так за мене чи за когось сказав, що що там за чоловік приїхав, звідки він приїхав, чи там є щось добре, то ми могли обідлись, тим більше, якби ще ми мали якийсь такий сан вищий. А коли сказав за Христа таке сказали, то Христос каже, що це чоловік, який без лукавства сказав те, що думає. І я хочу прочитати вірш за життя Христа. «Не отличался день от прочих дней, которых позади осталось много. Все так же извивалась вдаль дорога, мы также оставляли след на ней. Мы проходили здесь не первый раз, и мягкий ветер, набегая нежно, старался теребить края одежды, пытаясь доказать, что знает нас. Нас знали здесь ручьи и родники, нас видел теплый день и непогожий, и роща шелестела осторожно. Иисус идет, и с ним ученики. И мы вышли в нее под птичье пение, уйдя от солнца в ласковую тень, и все бы ничего. Но этот день я вспомнить не могу без сожаления. Все было хорошо,
Да только, знаете, Он посмотрел на нас настолько искренне. Сегодня Он желал услышать истину. Скажите, кем меня вы почитаете? Мы исходили тысячи дорог, мы кровь делили с Ним и хлеб с Ним ели, но кто же Он на самом деле? Ответить ни один из нас не смог. И время потянулось так мучительно, в безвыходном, томительном молчании, а мысли в голове клубок отчаянный. Но что же нам в ответ сказать учителю? В догадках смутных истина теряется, обмениваясь взглядом, дами встревожено. Но кто же он, скажите нам, ну кто же он, когда ему стихии подчиняются? С усталыми душой так осторожен он, дверь овцам, пастырь добрый для потерянных, а по воде видали, как уверенно, но кто же он, ну кто же он, ну кто же он? Кто он такой, когда снопом врываются веселые ручьи в глаза незрячие, и слезы по щекам текут незрячие, и губы так невинно улыбаются? А прокаженный, вспомните, как он глядел на руки, затаив дыхание, и как потом скакал от ликования, поняв, что происшедшее не сон. Кто он такой, что смерть бежала вспять? Дочь Иаира, вы, конечно, помните, как выбежала, радуясь из комнаты, к тому, кто продолжал по ней рыдать. Да что там говорить, все факты сложены, но не поняв ни разумом, ни нервами, а как бы выкрикнуть хотелось первому и все сказать о нем, но все же кто же он? И имя отыскать ему возможно ли среди людских имен? Таких не вижу я. Я и не думал, что в устах у ближнего слова, что мою душу так тревожили, что громом грянет то, чего желаем, могущественно, властно и красиво. Ты Сын живого Бога, Ты Мессия, и мы Тебя, Мессии, почитаем. Но это слово сказано не мной. Но почему же так? Скажите, почему, что в откровениях данных одному не может похвалы иметь другой? Нет, зависти к нему я не питал. Блажен ты, Петр, так будь еще блаженнее. Вот только жаль, что это откровение не я для вас, а ты для нас сказал. 13 пар неутомимых ног опять идут в неведомые дали. Их видел ветер, в поле птицы знали. 12 человек, и с ними Бог. Часы сплетутся в дни, одни в года. Еще увидит мир свое спасение, но вспомнить этот день без сожаления я не смогу, наверное, никогда. Я радость личных откровений знал, но тот, что говорит во мне, чуть слышно. Но почему не ты тогда сказал о том, что он хотел тогда от вас услышать?